следующий вопрос к Касану Зауджа. То есть на чьи деньги покупается кафан для жены? Или вообще, то есть обряды похорон женщины на чьи деньги производятся? На деньги мужа или на деньги ее родственников? Или на ее собственные деньги? Аль-Асах инда Шафии аннаху аля Зауджа. Более правильное мнение у шафиитов, то что обряд похорон должен взять себя на себя в имущественном плане муж. И это мнение имама Малика, а также Абу Ханифы. Вазалика ли анна Зауджа таджиб алейхи ан-нафака валь-кусва. Это потому что муж обязан тратить на жену и обязан одевать жену. Поэтому он обязан провести на свои деньги обряд похорон. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة استغفر пророк صلى الله عليه وسلم عائشة لو مت قبلي لها يأتك ودفنتك. Если ты скончаешься до меня, то я приготовлю тебя и я захороню тебя. وفي رواية وكفنتك. А в одном из вариантов и куплю тебе кафан или заверну тебя в кафан. وهذا القول رواية أحمد اختارها بعض أصحابه. И это мнение ривайят от имама Ахмада, который выбрали некоторые из ханбалитов. Первое мнение ясно или нет? Первое мнение в чем заключается? То, что обряд похорон жены производится на деньги мужа. Второе мнение, которое придерживался Аш-Шааби, а также Мухаммад ибн аль-Хасан аш-Шайбани, а также Ахмад, и это риваят от имама Малика, «Анна кафана зауджа мин малиха». То, что кафан жене и вообще обряды похорон производятся из ее имущества. «Фаин лам якун лаха маль», а если нет у нее имущества, «фа аля аулияйха», то обряд похорон лежит в имущественном плане на ее родственниках. وذلك لأن الزوج كان ينفق عليه مقابل الخدمة. Это потому что муж был обязан тратить на нее за счет того, что она прислуживала ему. Олистимса нам. وقد انقطع ذلك بموتها. А теперь этого уже нет, так как она умерла, не способна ему прислуживать. Соответственно, муж не обязан на нее тратить. Это второе мнение. قلت говорит шейх Мавсизам القول الأول هو نعم القول الأول هو الصواب. Первое мнение является правильным. Первое мнение в том, что обряды похорон обязан произвести или провести на свои деньги муж. Лимата каддам, из-за доводов, которые пришли выше. И в этом есть слова пророка, саллаллаху, так или нет? Сказал, если ты скончаешься до меня, то я приготовлю тебя и похороню тебя. Нам уззовучи таджиба али нафака изаканат мраатума мариба, маакауниха латах думу. Говорит, и муж обязан тратить на свою жену, например, если жена его больна, не способна прислуживать ему. Ваказалика изакана мусаферан, ванахвазалик. И в том числе, если он, например, находится в пути и тому подобное, тоже обязан тратить на нее, даже если она ему не способна прислуживать. Этот вопрос понятен или нет? Дальше.